представляет жизненную задачу для многих из нас. Это самопознание. Аркадий ведет здесь беседу, отчасти практические занятия по темам. Тему немножко изменены. Аркадий, я буквально пару слов о себе. Что вы сказали? Значит, надо редуцировать. Я был примерно в вашем положении лет 30 назад в Москве, в Питере, когда здесь существовало очень интересное, живое, сильное ядро мистика. И когда люди не собирались на такого рода семинары, практикумы, на котором вы сейчас, под прессом обстоятельств, только самые сильные, самые верные люди связывали свою жизнь с духовным поиском, с духовной практикой. И опять же было очень синкретическое время, когда традиции органично спрессованные переходили одна в другую, жили вместе, не могли друг без друга. Вот. И я сложился тоже как часть той среды, в каком-то смысле дилетант, в каком-то смысле профессионал. Тема экстатики меня как бы взяла под свой контроль много лет назад, когда я познакомился с закрытыми тоненькими журналами, издававшимися в круге Идриса Шахов. В начале 70-х годов, в 71-м, по-моему. Тогда его книги уже стали популярными бестселлером на Западе. Вот он приезжал несколько раз в Москву и встречался здесь с нами. И он привез вот несколько брошюрок, связанных с кайф-системой. Вот. И меня поразила тогда какая-то такая серьезность разработки системы кайфа. Я узнал то, что теперь, наверное, вы все знаете, что при дворах султанов были кайф-мастера, которые следили за состоянием султанов, которые аранжировали, оркестровали это состояние, используя для этого и химические, и психоделические компоненты, и просто культурные компоненты, такие как музыка, такие как беседа, привлекательные пейзажи, картины и, естественно, взаимодействие с женщинами. Вот. Далее я узнал, что традиционно на Востоке такого рода мастера были не только при дворах султанов, они были на протяжении веков частью этой культурной среды, созданной сначала инаядским, потом аббасидской династиями. И в основе этой работы и этой традиции лежала
идея постоянной легкой приподнятости, постоянного маленького наращения состояния. Культура состояний в классическую эпоху в мусульманском мире была впереди культуры знания. Знания, информация шли после, шли следом. Ну, дрова в огонь подкинул Георгий Иванович Гурджиев, который четко разделил бытие и знание. Вы знаете прекрасно эту идею, согласно которой есть разные уровни бытия. Есть человек номер один, два, пять и так далее. 25, 45. Вот эти люди отличаются только лишь качеством своего состояния. И вот внимание к качеству нашего состояния было где-то упущено в европейской традиции в связи с развитием секулярной философии. Психологии. Психология начала объяснять человека, какой он есть, вместо того, чтобы быть психологией возможного развития человека, психологией роста человека. Рост человека воспринимался как рост его энергетики, рост его знания, власти, power. Power – это немножко другое слово, нежели власть. Социальной, магической силой. Была упущена эта важнейшая сторона культурного контекста, культуры состояния. Кайф мастера мусульманского Востока исходили из той простой мысли, что вот эта постоянная небольшая приподнятость, это постоянный крен является абсолютно необходимым залогом всякой мистической работы. Если человек не живет постоянно в плюс один, то у него нет шансов из нулевой позиции выйти в высшие состояния. Этот плюс один, неважно, чему равняется единица, миллиметру, микрону, сантиметру, метру, человек должен постоянно находиться над поверхностью Земли, днем и ночью. Это возвращение к той естественности, которую утратили мы с развитием цивилизации. Вы знаете, что Адам и Ева совершили проступок, за который они были изгнаны из рая. Они просто выпали из экстаза. Рай – это экстаз. Рай – это значительный плюс. Они упали в нулевое состояние. И они увидели то, чего они не видели раньше. Что они, оказывается, обнаженные, что это нехорошо. У них появились заботы, они стали смертны. Когда Бог создал Адама и Еву, Он создал их и не смертными, и не бессмертными. Они могли выбрать бессмертие, но они выбрали смерть. Они не были определены как смертные существа. И механизм размножения стал как бы божественным сбалансированием, что ли, ситуации. Ситуация была сбалансирована вот этим влечением, любовью,
любовь явилась ответом на смерть, которую навлекли на себя Адама и Ева. Теперь вот после этих нескольких слов вы видите, в каком пространстве мы будем с вами дальше работать. Будем работать с вами в пространстве культуры состояний, контроля состояний и в пространстве между минусовыми и самыми высокими состояниями. То есть система координат уже мною задана. Есть нулевой уровень, определите его как хотите. Есть минусовой уровень, минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. Это состояние, в котором находится человечество. Человечество находится в ущербе. У обычного человека кто-то отъел руку, ухо, сердце, нос, член. У обычного человека всегда болит. Что-то болит, свирепит. Он находится в состоянии духи. И причиной этого состояния является то, что по-английски называется craving, постоянное беспокойство, постоянное желание изменить, перейти с места на место, изменить позицию, изменить, насытить валентность, которая... Голодная валентность, которая все время ждет, чтобы съесть. Обычный человек постоянно голоден. Он все время хочет впечатлений. Он их пережевывает бессмысленно, механически и не наедается. Он ест, ест, ест и не наедается. Вы знаете, что самая сильная поддержка, которую мы получаем из космоса, это впечатление. Потом идет воздух, потом идет пища. Мы дышим, да? Мы дышим вслепую, мы едим вслепую, а впечатлениями мы набиваем свой желудок до такой степени, что находимся постоянно в перегруженном состоянии, абсолютно не способный справиться с впечатлениями. По мере того, как происходит наша беседа, разворачивается, я хочу, чтобы, не тратя времени, вы определили себя на той шкале, которая возникла. И прежде всего, задали себе вопрос, что у вас болит сейчас. Душа болит, голова болит. Чего вам сейчас недостаточно? Где у вас точка утечки, ущерба, боли? Потому что если мы с вами не выйдем первоначально в нулевую позицию, то мы никогда не сможем подняться на 1 миллиметр над поверхностью обыденного сознания, обыденного состояния. Друзья мои, я немножко затянул вступление, я не знаю, что сейчас происходит. Оно замечательно, да. Дает представление о том, что состоится здесь через 5-10 минут. Благодарю вас, Аркадий, за ясно очерченное пространство. Володь, я приглашаю сюда многим вам известного Владимира Баскакова, руководителя НПО-психотехника нашего
знаменитого специалиста по телу, смерти, танатотерапии. В соседнем зале, в спортзале будет происходить его коронный семинар «Танатотерапия. Исцеление любовью и смертью». На сей раз с новыми обертонами. Скажи немножечко об этом. Ну, прежде всего, я как-то вот, откликаясь на предложение, которое было предо мной вами сказано, вот как-то поделиться своими смущениями и переживаниями, то я, конечно, очень смущен, прежде всего, тем, что мне хочется здесь остаться и послушать, поэтому я был бы очень благодарен, если бы в соседнем зале никого не оказалось. И одновременно я был бы очень расстроен, потому что в соседнем зале я бы занимался своей любимой, так сказать, темой, и вот такое легкое смущение. Значит, я по образованию психолог и не танатолог, вот как написано в рекламе, а скорее танатотерапевт, то есть это работа со смертью в таком особом контексте, в терапевтическом смысле. Работа не с той смертью, которой умирают все, то есть, к сожалению, нас ждет вот такой вот привычный вид смерти через страх, через мучение, то есть наше тело в последний миг как бы обращается к нам через боль и говорит, как бы обрати на меня внимание вообще, помоги мне, сделай что-нибудь. Поскольку мы всю жизнь не обращаем внимания на свое тело, я имею в виду не гигиенические аспекты, так сказать, вот, а именно вот такие как бы терапевтические, да, вот мы уходим в иной мир неподготовленные и показываем, как не надо умирать. А технологии так называемого правильного умирания или технологии естественной смерти, они, в общем, существовали достаточно давно, и здесь очень хочется именно ссылаться на русскую традицию. Здесь сразу, так сказать, появляется имена Павла Флоренского, который говорил о том, что человек живет один раз и умирает совершенно безобразно. И, собственно, он и предлагал учиться умиранию. И я здесь не буду, так сказать, многословен, поскольку этот текст входит как раз в обоснование этого метода. Значит, единственное, что скажу, и тему смерти, и тему любви объединяет тело. Это вот моя позиция. И то, что требуется, или там то, что предполагает правильное умирание и одновременно высокие чувства в момент любви, да, это как раз умение максимально расслабиться. Вот, вот все, что я хотел сказать, те, кто хотят попробовать, что это такое, я приглашаю соседей. Да. При этом мои чувства остаются такие амбивалентно разрывающиеся. А мы можем сделать так? Благодарю вас. Потом к вам подойдем. Это вопрос каждый раз. Что ж, 5 минут перерыв. Давайте на то, чтобы вы решили. Идем действительно. Вам надо немножечко накрениться. Немножечко пошатнуться. Если вы хотите участвовать в этой работе. У нас нет сейчас никакого коллективного поля, никакого совместного дела. Есть абсолютно самодостаточные люди. Которые заняты одним. Мы все ищем сейчас приемов для этого обвала, для этого обвала наших представлений, наших привычек. Потому что хлопок помешал концентрации. Но можно этот хлопок и энергию этого хлопка включить в концентрацию. Вот. Эта музыка случайная. Она может мешать нам, мы ее вырубим. Или наоборот, мы ее включим в контекст. Работа связана также с некоторым расстройством речевого потока и потока восприятия. То есть это нормально, если я забываю, о чем я говорю. Это нормально, если вы забываете, что я вообще здесь присутствую и о чем-то говорю. Вот. Но очень ненормально, если вы сейчас сидите здесь как на уроке, слушаете учителя, вот, и думаете, что обо мне скажут.
соседи, сидящие напротив, рядом, в каком они увидят меня в виде. Вот это такая общая установка. Вы дышите, опознаете. Вы дышите очень радостно. Так же, как вы радуетесь телу, вы радуетесь дыханию. Вы вбираете в себя не просто воздух, а питание. И вы потом выпускаете из себя. Спокойно, ровно, не глубоко. Сердце работает, подрагивание мышц. Ваши обычные заботы. Все они есть, они все остаются. Ничего не гонится. И ваши мысли, которые у каждого свои, мысли, образы, плывут. Фиг с ним. Все это есть. Я есть. Ты есть. Мир есть. Бог есть. Егор, вы едете из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Какие-то экзотические пейзажи. Нереальное небо. И опять-таки это чувство странности, остранённости, когда непонятно, вы это или не вы, горы это или не горы. Книжка, которая продается здесь, несколько экземпляров, называется «Захар». Вот я принес свою книгу, не знаю, что она у вас здесь есть. Фрагменты из «Захара». Раби Шимон. Раби Шимон. Я просто вам представлю эту книжку, а дальше вы делайте с этим, что хотите. Я повторяю вам, каждый из нас занят сейчас поиском ключа к своему собственному освобождению. Все остальное только средства. Володя, если можно, давайте это на минуточку выражим. Или очень тихо, да, тоже хорошо. Нет, лучше все-таки вырубить, потому что там другого рода информация. Ну, первое, чего мы сейчас пробуем достичь, это ограничение потока впечатлений. То есть старайтесь, если можете, не очень смотреть друг на друга, не очень много думать, так как-то чуть-чуть оскудить свою жизнь, потому что слишком ярко мы живем. Вот. Как бы уйти от себя, смотреть на этого сидящего человека, то есть на себя, немножечко со стороны и услышать свою независимость от этого человека. И все это приемы, которые работают или не работают в зависимости от серьезности вашей собственной установки.
вашего собственного желания. Подняться над нулевым состоянием, провести разведку в те области, в которых вы можете жить постоянно. Идет разведка сейчас, я никуда вас, ни в какие определенные комнаты и коридоры не зову. Ваши собственные комнаты. Я не зову вас, я предлагаю вам заглянуть в некоторые уголки ваших собственных пространств. Смотреть, где вам хорошо. Но самое главное, это чтобы вам было очень-очень хорошо. Когда я говорю хорошо, я имею в виду почти оргазмическое, почти оргазм, который человек ощущает в области груди, горла или солнечного сплетения. Вот это тепло, это боль, это радость. Это состояние различной интенсивности у разных людей, в зависимости от типа человека. Но если вы сразу мгновенно нашли то, о чем я говорю, то вы счастливые люди, держитесь этого состояния, этой радости, этого центра на протяжении всей нашей работы. Не отпускайте его, не отпускайте, не позволяйте ему пропасть. И очень-очень скупо из него выходите. Ни с кем не делитесь. И давайте никому никаким жить в себе. Потому что как только вы начнете излучать все, вы отдадите многое из того, что нужно всегда в себе нести. Я сразу совершил этот скачок к этому солнечному состоянию, состоянию внутреннего солнца, солнца полуночи. Для тех, кто может сразу сам туда прыгнуть. Для тех, кто не знает, о чем я говорю, просто слышит слова, вам предстоит искать дорожку. Посреди груди у большинства людей находится сердце. Оно является кристаллом, органом, главным человеческим органом, третий глаз. Находится не на лбу, но в зависимости от человеческого типа, простой гурджиевской классификации двигательной, эмоциональной, интеллектуальной, это может быть ниже области солнечного сплетения, этот центр может быть в горле, наконец он может быть в области переносицы, в нижней части лба, в центре. Поскольку я человек номер два, человек эмоциональный, у меня это сердце, груди. Те, кто пробует отогреть этот кристалл, найти его, им я подскажу, чтобы они собрали все свои сущностные силы, тело, дыхание, и главным образом впечатление, главным образом культурное впечатление. Человек не животное, не машина, не социальный орган, не продукт социальных взаимодействий, не пересечение общественных отношений, не ангел. Человек – это культурный феномен. Когда я говорю культурный феномен, я имею в виду, что мы
сделанные из культуры, но сделанные из книг, которые мы прочитали, из мыслей других людей, которых мы знаем или которые жили за тысячи лет до нас, из культурных накоплений. Мы кристалл культуры, мы продукт культуры, мы творцы культуры, мы живем прежде всего в культурном пространстве. Оно связано и с цивилизационным пространством, и с культовым сакральным пространством. Но прежде всего мы люди определенной культуры, определенной культурной памяти. И в нашей задаче, задаче выхода из обыденного ущербного состояния в состояние плюсовое, плюс один, плюс два, культурный фактор, то есть связанный с культурным переживанием мира, собственного и внешнего, то есть потоком впечатлений, идущих изнутри нашего тела, нашего дыхания, кровообращения, извне, картины, речь, музыка. Все это соединяется вместе, образует человека. Я говорю немножечко хаотически, тем не менее очерчиваю пространство и задаю задачу. Для тех, кто не нашел в себе этого кристалла, этого центра, этого внутреннего органа, задача состоит в том, чтобы его найти. Для тех, кто быстро нашел его, кто уже работал со мной в прошлом и знает, о чем я говорю, задача сложнее. Они начинают работать, видеть, слышать, думать. Не мозгами, не глазами, не ушами, а вот этим новым кристаллом, новым органом. У них появился дополнительный, весомый, сильный новый орган взаимодействия с космосом и с собой. И работа эта связана с слушанием через этот центр, восприятием окружающих, восприятием себя через этот центр, проверка его в работе, проверка его различных свойств и качеств. Очень грубо говоря, очень грубо, этот центр может быть светить соломенного цвета свечения. Он может светить багровым цветом, он может истончиться до синевы и голубизны. У евреев в Кабале существует не одна душа человеческая, а пять таких душ. Они называются нефеш – это душа, раух – это дух, нашама или нешама – это дыхание, ехида, похожее на русское слово ехидина – это единственное. Хая – это живая. Нефеш, раух, нишама, дыхание, ехида, единственное, хая – живая.
Раби Шимон жил во втором веке после Рождества Христова. Он жил в Палестине. И был учеником Раби Акивы. И был учителем создателя Мишны, или первой книги Талмуда, базовой книги Талмуда, Иегуда Бен-Наси. Это время очень интересное для евреев. В 70-м году в результате иудейской войны или восстания евреев против римлян. Евреи терпят поражение, и император Траян стирает с лица земли Иерусалим и второй храм. Второй храм просуществовал что-то около 5 веков. Он был отстроен в 520-х годах до Рождества Христова. Вот простоял 520 лет и еще 70 лет, около 6 веков. В 70-м году новой эры был разрушен. И началась диаспора, началось изгнание евреев, скитание, жизнь скитания по всему миру. Евреи потеряли землю обетованную и вообще всякую землю, стали гостями у разных народов. Практически все евреи покинули Палестину. Там жило очень мало евреев, не больше, чем в других странах. И там находились во втором веке центры учености. Среди них была известная академия, где собирались учителя, раби, раввины и ученики, и занимались разработкой традиции. Для тех, кто плохо знает эту историю, я напомню, что от 6 века, от Вавилонского пленения и до 4 века, то есть 8 веков, писалась Мишна, Гемара, то есть части Талмуда, создавался Талмуд. Талмуд – это огромный безумный комментарий, и комментарий на комментарий к Торе, то есть к Пятикнижию Моисея. Тора является священной книгой Библии, Пятикнижия Моисея. Еврейская Библия открывается книгой Бытия, Берешит, и дальше идут другие 4 книги. Наверное, вы знаете, что первый, второй века – это время очень интенсивного религиозного мистического творчества среди евреев. Христос был не единственный учитель, который бродил по Иудее. Раби Гилель, раби Акиба, многие другие были окружены своими учениками, переходили с места на место, учили их, читали проповеди. Они могли читать проповедь одному человеку или толпе, еще тысячу людей. Разные учителя пользовались разным успехом. А после того, как был разрушен храм, второй храм, уже не храм Соломона, а храм Эзры или Езры. Езра был пророком времен Вавилонского пленения и идеологом восстановления, или точнее построения второго храма. Ну, вот такая
как бы историческая справка, которая вывела вас в большинстве случаев из нашей предыдущей работы и на работы, поэтому я предлагаю вам забыть о том, что я говорил, и снова попробовать опрокинуться в себя. Это не лекция по еврейской истории, это просто контекст, в котором я буду говорить вовсе не о талмудических учителях, а о каббалистических учителях. Талмуд – это комментарии пяти книжек Моисея, а Зохар – это тайнопись, это тайная наука, которая создавалась группой безумцев, понимали эту науку 5-6 человек всего. Они жили в совершенно невероятном мире. И Раби Шимон бен Йохай был среди них ярчайшей звездой. В середине второго столетия от Рождества Христова произошел такой случай. Один ученик пришел к раби Йегошуа бен Ханания. Будем его называть просто раби Йегошуа. И спросил, обязательно ли вечерняя молитва. Раби Йегошуа сказал нет. Тогда этот ученик пришел к рабану Гамлиэлю бен Шимону и спросил, обязательно ли вечерняя молитва. Рабан сказал «да». Рабан – это значит глава академии, или наси, князь, то есть самый главный раби, рабан Гамлиэль, то есть ученейший человек и глава академии. Ученик сказал рабану Гамлиэлю: «Как это так? Ты говоришь, что вечерняя молитва обязательна, а раби Йегошуа бен Ханания, у которого я только что был, говорит, что вечерняя молитва не нужна». «Хорошо, — сказал рабан Гамлиэль, — завтра мы соберемся в доме учения и обсудим этот вопрос». На другой день все эти сумасшедшие собрались в доме учения, начали обсуждать этот вопрос. Рабан Гамлиэль вызвал вперед раби Йегошуа и сказал: «Ты говорил ему, что вечерняя молитва не обязательна?» «Да», — ответил раби Йегошуа бен Ханания. «Тогда встань и слушай, а я буду трактовать эти книги Моисеева или Тору». «Хорошо», — сказал раби Йегошуа, встал посреди круга, а рабан Гамлиэль начал толковать священное писание. Прошел час, другой, третий, всем все это надоело. И собравшаяся группа сказала рабану Гамлиэлю: «Знаешь что, нам это надоело, перестань заниматься тем, чем ты занимаешься. Мы не хотим, чтобы ты был главой академии. Мы хотим, чтобы главой академии был Элиазар бен Азария из рода Езры, пророка Езры». И Гамлиэль был смещен со своего поста. Но вскоре Гамлиэль примирился с Йегошуой, и они занимались попеременно богослужением в доме учения, и жизнь продолжалась. Однако смысл этого спора и этой ситуации остался неуловленным до сих пор нами. Для того, чтобы его объяснить, я должен поговорить немного о предмете этого спора. Вечерняя молитва у евреев – это молитва
обращенное к Шехине. Шехина – это нижний сефирот. Нижняя сефира в древе жизни. Это душа Израиля. Душа Израиля – это коллективная душа народа, избранного Бога. Эта душа приближается и удаляется. Иногда она близко, иногда она далеко. Это призывание Шехины. Вечерняя молитва – это призывание Шехины. Когда она далеко. Это воспоминание о Шехине, когда ее нет. Весь спор между Раби и Игошуой и Раби Гамлиэлем состоял в том, что Раби Гамлиэль во втором веке видел впереди, смотрел вперед и видел впереди столетия и тысячелетия мрака и изгнания. А Раби Игошуа смотрел назад и видел сверкающий храм, видел Шехину. И спор был решен в пользу Раби Игошуа, его поддержали все остальные каббалисты, потому что он говорил о прошлом, о будущем и о вечном. Он говорил о том, что вечерняя молитва не нужна, ибо он видел перед собой Шехину. Он видел перед собой тот свет, который вы видите и слышите у себя в груди. А Раби Гамлиэль видел только тьму, и поэтому он пробовал в этой тьме молитвой найти свет, найти центр, найти кристалл. Мы здесь находимся в круге, похожем на тот круг. Одни из нас находятся в ситуации Рабана Гамлиэля. Они заняты вечерней молитвой или поиском во тьме того огненного начала, которое живет у других, которые не ищут его, которым не нужна вечерняя молитва. Они его видят и слышат. Естественно, между нами должно произойти примирение, потому что мы кружимся вокруг той же самой точки. Одни ее ищут, другие ее нашли и не ищут. История этой размолвки между друзьями Раби Игошуа и Раби Гамлиэлем описана в трактате талмудическом, не каббалистическом, а талмудическом трактате Берахот ради одной простой детали, которую все мы забыли. Ради ученика, который затеял весь этот спор. Этим учеником был Раби Шимон бен Йохай, о котором я буду вам немножко сегодня говорить. Представьте себе эту странную котельную, где собирается группа людей ради того, чтобы толковать Священное Писание. Эта академия не дом с колоннами, секретарями и диспетчерами. Это дорога, по которой люди идут, а за ними идут погонщики ослов или мулов,
кто-то гонит верблюдов, кто-то едет на базар. Ярко светит солнце, люди ищут тени, куда можно спрятаться, раскрыть Библию, прочитать оттуда строчку, полстрочки, потом долго-долго толковать смысл этих слов. Это городская улица, это деревенский пригорок. Это пустыня, куда они уходят для того, чтобы там заниматься духовными упражнениями, духовной практикой. Это сама жизнь, рынок жизни. Группа людей, толкующая Тору, пользуется Торой так, как я вам предлагаю пользоваться моей лекцией. Тора нужна им только лишь как спичка, чтобы зажечь большой костер их внутреннего состояния. Строка из Торы нужна как ключ для того, чтобы включить внутреннюю экстатику. Величайшее достижение – не понять смысл того или другого отрыва, а сделать тот или другой отрывок искрой, от которой вспыхивает огонь, раздвигается пространство, загорается свет, начинается радость и не кончается радость. Они плачут, они поют, они совершают чудеса. Они живут. В том пространстве огня, света, умиления, слез, восторга, отчаяния, которые они создают на дровах Торы Моисеева Пятикнижия. Это и есть еврейская кабала. В ней есть, конечно, аспект нумерологический, аспект, связанный с азбукой, космологические идеи, психологические идеи. Но все это бледнеет перед главным, перед той радостью, которую эти люди в себе культивируют. Я хочу прочитать вам несколько отрывков из Захара, книги, которую приписывают Раби Шимону, которая на самом деле описывает Раби Шимона в этой своей части, чтобы вы увидели немножечко контекста, контекст того времени, и увидели, что речь идет сейчас о высочайшей культуре кайфа, культуре восторга, о тончайшем регуляторе состояния, который разрабатывает Раби Шимон и его ученики. Я прочту отрывки из трех маленьких эпизодов. Один эпизод называется «Душа», другой эпизод называется «Деревья Раби Пинхаса», третий эпизод называется «Воскрешение мертвых». Раби
Раби Шимон шел по дороге, и были с ним раби Элазар, его сын, и раби Аба, и раби Иегуда. Пока они шли, сказал раби Шимон: «Удивляюсь я, что сыны земли не интересуются смыслом слов Торы и сутью своего бытия». Открыл и сказал. Открыл, это значит, открыл Библию. И сказал, значит, прочитал из Библии. Дальше идет цитата. «Душа моя томится по тебе в ночи, а дух мой в груди моей изыскует тебя». Очевидно, речь идет о Боге, томление по Богу, изыскание Бога. Ты с большой Богом. Душа моя томится по тебе в ночи, а дух мой в груди моей взыскует тебя. Дальше идет речь раби Шимона. Душа возносится, и не остается от нее в теле ничего, кроме отпечатка отмеренной жизненности сердца. И пробуйте понять каждое слово, пробуйте услышать настрой всего этого эпизода. А душа уходит и хочет подняться, и плывет, возносясь от ступени к ступени, и встречается с искрящимися оболочками нечистоты. Если душа чиста она и не осквернилась днем, то возносится кверху. А если она нечиста, то еще больше оскверняется между ними, то есть между искрящимися оболочками нечистоты, и прилепляется к ним, то есть к искрящимся оболочкам нечистоты, и уже не поднимается выше. И там сообщаются ей слова, и она покрывается знанием о делах ближайшего времени. Итак, два типа душ – чистые, неоскверненные днем, и оскверненные. Неоскверненные поднимаются вверх, осквернившие себя днем прилепляются к искрящимся оболочкам нечистоты. И дальше уже не поднимается. И так она блуждает всю ночь, пока мы спим. До тех пор, пока не пробудится человек. И тогда возвращается назад. Счастливы праведники, которым открывает святой, то есть Бог. Благословен Он свои тайны и сновидения, предостерегая их от несчастья. Горе грешникам земли, оскверняющим себя и души свои. Приди в вине. Точка. Когда тот, кто не осквернил себя, восходит к себе на ложе, душа его возносится и достигает в начале тех ступеней, но поднимается выше и не прилепляется к ним. И вновь продолжает путь, и плывет, и поднимается соответствием призванием той души, которая удостоилась возноститься. Поэтому написано: «Душа моя томится по тебе в ночи, следуя за тобой и не соблазняясь иными чуждыми существами. Приди, взгляни, душа моя – это душа, которая преобладает ночью, следуя ко второй ступени. Дух же днем, как написано, душа моя томится по тебе в ночи. Это душа, господствующая ночью. А дух мой в груди моей взыскует тебя. Это дух, господствующий днем». Напоминаю вам, душа – это нефеш, дух – это раух. А если ты скажешь, что это две разделенные ступени, не так это. Они одна ступень, чита, слившаяся воедино. И нечто высшее властвует над ними и прилепляется к ним, и они прилепляются к нему, и оно называется дыханием. Напомню вам, дыхание – это нишама. И эти ступени вместе возносятся к тайне мудрости. Ибо человек лишь тогда созерцает высшую мудрость,
когда вглядывается в эти ступени. И дыхание нишама входит в них, и они прилепляются к нему. И если оно господствует, то человек это называется святым, совершенным во всем, единым в порыве к святому, благословен он. Приди взгляни. Душа – это пробуждение нижнего, прилепившегося к телу. Подобно тому, как нижний черный огонь в пламени свечи прилеплен к фитилю и не отделяется от него, и лишь на нем восстает. И когда восстал он, нижний черный огонь, на фитиле, тогда он становится престолом для вышнего огня, белого, который находится над черным огнем. И потом, когда восстали они оба, становится белый огонь престолом для скрытого огня, неведомого и невидимого, который почиет на белом огне. И тогда это полноценный огонь. Так и человек, достигая совершенства во всем, называется святым, как написано, к святым тем, которые в земле. Здесь две аналогические иерархии. Одна иерархия. Это иерархия, описанная через образ ночного полета души, когда мы спим. Одни души поднимаются до уровня нефеш, душа, другие до уровня раух, а третьи объединяют в себе нефеш и раух и достигают высшего синтеза святости, который называется дыханием или нишамом. Второй аналогический ряд – это ряд, это этажи пламени свечки. Черное пламя близко к фитилю, белое пламя и потом невидимое. Черное – это нефеш, белое – это раух, невидное, невидимое, безвидное пламя – это нишама, это дыхание. Дыхание, которое выше, чем душа и чем дух. Все включается. То, что мы сейчас рассмотрели, это классическая классификация человеческих состояний, человеческих возможностей. Это то, что можно назвать положительной психологией. Это психология, описывающая, называющая, обозначающая три состояния. Нефеш, раух, нишама. Так делают большинство современных исследователей в книжках по трансперсональной психологии, по йоге, по другим разделам современного знания, вы найдете множество схем, описывающих по различным состояниям, различные уровни. И здесь перед вами аналогичный опыт почти 2000-летней давности, связанный с традицией, которую мы все утратили. Традиции
культивации состояния. Теперь я хочу, чтобы завершить создание этого контекста, прочитать вам без всякой логики и без всяких построений еще два отрывочка из двух других трактатов. Один из них называется «Деревья Раби Пинхаса», 95. Самое главное здесь – это не содержание, а сказочность ситуации. Раби Пинхас шел проведать свою дочь, жену Раби Шимона, которая была больна. И шли с ним вместе собратья, а он был верхом на своем осле. Не успел он выйти на дорогу, как встретил двух арабов. Сказал он им, раздавался ли когда-нибудь голос в этом городе. Дальше история разворачивается следующим образом. Ему говорят, да, там раздаются голоса по всему полю. Группы людей, которые сидят кружком, и над ними реет облако птиц. Несусветная жара стоит в этой пустыне, и облако птиц собрались над ними и образуют как бы зонтик, как бы облако, пряча их от раскаленных лучей солнца, что уже является чудом, что уже является невероятным событием и помощью, дланью Господней, которая спасает этих людей от солнечного удара и дает им прохладу для духовных упражнений. Раби Пинхас ищет этих людей, но для того, чтобы найти их, он отпускает поводья, и осел ведет сам его на расстоянии 2 миль, где он встречается с Раби Шимоном. Осел является символом низшей природы человека, чаще всего тела. И об осле, и деревьях здесь ведется очень многозначительная беседа. Вдруг деревья распростерли над ними ветки в 3 стороны и выбились воды родника перед ними. Обрадовались все собратья, и радовались Раби Пинхас и Раби Шимон. Сказал Раби Пинхас, было это великим бременем для тех птиц, и нам не следует обременять живых существ, ибо написано, и милость его над всеми созданиями его. Господь Бог распустил деревья и пробил родник из земли для того, чтобы бедные птицы, которые кружились и образовывали как бы зонтик, спасающий от солнца каббалистов, чтобы отпустить их на волю и позволить им лететь по своим птичьим делам. Сели они под деревом, пили воду и блаженствовали. Открыл Раби Пинхас и сказал, опять-таки, видите, открыл наугад Библию, прочитал, садов родник, кладезь вод живых и текущих сливан. Концовка этого трактата. Все эти распоряжения дает святой, благословен он, а те, кто занят Торой. И потому блажены те, кто утруждает себя Торой. Те, кто утруждает себя Торой, они великие деревья в этом мире. Взгляните на то, что совершил святой, благословен он. Взрасти он деревья эти. Благословена дорога эта. Ведь мало одного дерева, целых 3 огромных дерева, протягивающих ветви во все стороны, сотворил святой, благословен он для нас. Да будет воля небес, чтобы никогда не исчезали деревья и родник с этого места.
Они и теперь там, деревья и родник, и люди называют их деревьями Раби Пинхаса, Бен и Аарон. Я обещал еще один отрывок, последний. Воскрешение мертвых. Не весь отрывок, только начало. Раби Шимон шел из Капутки и Вод, и был с ними Раби Иегуда. В это время шел навстречу Раби Пинхас бен Иаар, и два человека погоняли за ним. Остановился осел Раби Пинхаса. Погоняли его, а он не шел. Сказал Раби Пинхас: «Оставь его, быть может, ощутил он запах неведомых ликов, или чудо случилось здесь с нами». Тем временем Раби Шимон вышел из-за скалы. Двинулся осел и пошел. Сказал Раби Пинхас: «Не говорил ли я вам, что запах неведомых ликов ощущал он?» Спешился Раби Пинхас, обнял его и заплакал. Сказал ему: «Видел я в сновидении, что идет Шехина ко мне, чтобы вручить мне великое сокровище, и я радовался ей, и исполнилось то, что я видел». Немножечко заглянули с вами в технику 2000-летней давности. Технику работы группы каббалистов Шехиной, радостью, премудростью Бога. По-гречески Шехина называется София. София и мудрость Божья. В России есть много храмов Софии. Есть Айя София в Константинополе, где побывали русские люди, рассказавшие князю Владимиру, как великолепен этот храм и как прекрасно там стоит. В Болгарии есть город София. В России есть много храмов Покрова Богоматери, они все Софийные храмы. София и мудрость Божья – это Шехина еврейская. Это радость, о которой говорится в притчах Соломона. Что Бог создавал мир через премудрость, через радость. Вначале была радость.
Володя, мені вчительно стриптиз вызывает. Нет, ну я не назад, не на такой, просто вот такая закрытая. Либо наоборот, вот так сделайте. Вот, нет, вот так. Подождите, поднимите. Вот так я сказал. Нет, я кроме шуток советую освободить. Жалко. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, делайте. Всем. Да, конечно. Кто же вас еще будет обнажать? Вот так хорошо. Сколько у вас минус есть? Садимся, друзья. Не было времени, чтобы потом было. Если оно есть в человеке, значит, я нашел. Такого не бывает. Чтобы не было чтобы радости. Не было радости. Есть ущерб, когда нет радости, а есть недостаток, боль. И это состояние большинства людей. И нужны огромные силы, чтобы отказаться от общего страдания, общего ущерба и подняться до состояния кайфового. Предоргазмного. Когда это переживание начинается здесь, здесь фиксируется центр, кристалл, орган радости. И потом оно, он, этот кристалл раскрывается и заливает все тело. И радуется каждая клетка. Каждая мышца, рук, ног. Кришнамурти был девственником. Он говорил, что ему не нужны сексуальные отношения, потому что когда он пожимает руку человеку, он уже все испытывает. И это большое искусство, это большая искушенность. Это заряд, который очень мало кто имеет, находит в себе. И то, что мы назвали с вами радостью, имеет градации от 1 и до миллиона. Но, повторяю, большинство людей живет в ущербе. У них всегда чего-то не хватает. У них нет носа, либо нет правого плеча, либо нет левой ноги. И они заняты тем, что наращивают нос себе, испуганно. Уха нет. Ну, войдите в метро, вы увидите, что нет носа, нет уха. У вас есть нос, ухо. Вот все на месте. Но вы все пробуете головой, умом понять. Ничего понимать не нужно, и меня понимать не нужно. Uh-huh. Меня здесь вообще нет. Uh-huh. Есть вы, и есть то, что есть вас. Но вы не сумели создать преграду между собой и мной, и другими. Вы непосредственно выливаетесь. Вы просто выливаетесь, а вы не выливаетесь, вы замкнитесь в кожу. Вот ваша кожа, она все замыкает внутри. Все ваш... Сделайте злобное лицо, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Вы только что мне сказали, что я вся в себе, и тут же вы мне говорите, замкнитесь. Что вы еще за советы такие? Я советую вам найти меру, где вы сохраняете то, что вы себе нашли. И вы все время то в одну крайность, то в другую кидаетесь. Вот. Вам надо постоянно нести аккуратно эту рюмку, рюмочку нести полное до края, на это аккуратненько нести. Первое, она должна быть полна, во-вторых, ни капельки не должны быть. Не смотрите на меня вашими глазами и губами. Вот отсюда надо смотреть на меня, пожалуйста.
То есть можете смотреть глазами тоже, но смотреть надо отсюда. Потому что ничего вы глазами не увидите, что-то маячки, ваши очки. А я глазами не смотрю. Очень хорошо, что не смотрите. Я на вас в упор не вижу. Я так вообще не подочу. Замечательно. Мы добились наконец всего. Я вас слышу очень хорошо. А это пожалуйста. А вы не голос мой слушаете, вы слушаете мою сущность. Носки тоже были. И меня и всех других. Вообще нам хорошо подраться с вами. Что? Лень. Да, лень немножко. Ну как хочется повзаимодействовать с вами. Вот я вас наконец услышал очень хорошо. Напоминаю вам, то, что здесь происходит, это не работа массовика-затейника. Это самоопрокидывание, которое продолжается. Это крен, который мы ищем, каждый для себя, каждый в себе, каждый вне себя. Ориентиром является кристалл. Сердце среди груди, через него ведется работа. Если вы еще не нарастили этот орган, спешите. Его очень легко узнать, и его невозможно потерять. Оно просто болит. Здесь просто болит. Серьезно. Но это боль потрясающая. Сладкое и горькое, и ну, неприличное, очень сильно. Это томление. И это только ступенька. Это то, что Раби Шимон называет нефеш. Это то, что Раби Шимон называет черный огонь. Но над черным огнем есть еще белый огонь. А над белым огнем здесь еще невидимый огонь. И они называются раух. И как там третий, я забыл. Нишама. Да, Нишама, спасибо. Но не бывает рауха и Нишомы без нефеш. Нужно построить первый огонек. И тогда уже возможно, есть возможность второго и третьего. Второй и третий получаются только лишь как преобразованный нефеш, черный огонь. Черный огонь переплавляется и белый, и невидимый. Все это пустые слова. Вы правы. И все эти названия, белый, нефеш, раух, ничего не значит. Значит только то, что происходит с вами. Если с вами что-то происходит. С вами происходит только то, что вы купили, чего вы добились, куда вы забрались. Если вы туда пробрались. И повторяю, это только аванс. Как бы Бог или природа, или Будда, неважно кто, дают нам аванс. Но потом все это надо закрепить внутренней переплавкой.
И это уже серьезная работа, которую за два часа не проведешь. А чтобы переплавить себя по этой схеме, нужно очень дорого заплатить. Примерно 2 миллиона долларов. Или год жизни целиком посвященный этой работе. Если кто-нибудь из вас хочет принести мне 2 миллиона долларов или год жизни целиком посвященный работе, вы можете через два Зимайка узнать мой телефон, но не звоните мне все равно до 11 утра. Я поздно ложусь, поздно встаю. Не рассчитывайте отделаться 1 миллион или 1 месяц. Или принести мне не целого себя, а только половинку или четверть. Сказать, 3/4 мне нужны для мамы, для Миши, для Оли, для работы, для других забот. Ну, это между прочим. А по-прежнему продолжайте наше провальное состояние, если оно продолжается. Если оно не продолжается, то все силы направлены на его обретение. Вам двоим мешает ваша близость. У вас почти нету перегородок. И поэтому вы не можете ничего сделать. Вам надо замкнуться, оторваться внутри друг от друга и начать что-то делать для самого себя, не для меня и не для виду. Я не знаю ваших отношений, но чтобы хоть чего-то добиться, вам надо резко построить, положить между вами меч или построить стенку. А потом уже, вы знаете, построить комнату промежуточную, где вы будете встречаться. Но в основном находиться надо вам каждому в своей комнате внутренней. Потому что там очень много работы. У вас нет времени. У вас много самостоятельных домашних задач. Может, я ошибаюсь. Извините. Я не настаиваю. Вы не хотите мне ответить? А что ответить? Что хотите. Не обязательно отвечать. Прав я или не прав? Сейчас, оценивая эту ситуацию сейчас, я не знаю вообще, которые сейчас, вот эти полчаса, час, которые мы провели вместе. Ну, мне так показалось, что, в общем, что мне удалось что-то получить. И просто. Если можно, то те, кто абсолютно не слышит в себе, абсолютно не нашел, не построил в себе кристалла, у которого нет ничего, кроме ясной головы, которая не слышит эту тяжелую точку, она тяжела, как утюг, как 20 утюгов. Она находится где-то здесь, либо выше, либо ниже. Вот, она центр тяжести просто, меня. Те, у кого вообще нет такого центра, которые живут сейчас, находятся в своем привычном нулевом состоянии, вот если можно, поднимите руку. Спасибо большое.
Я думаю, что это происходит по той причине, что вы не хотите этого. Вы не хотите сами туда собрать себя. Но это может произойти само. Я хочу перейти ко второй части моего текста. Буддийской сутре сердца Праджна Парамита. Праджна Парамита – это высшее знание. Сердце – это значит сердцевина, это значит корень, это значит центр. Сутра – сердце. Прачны Парамиты – это сутра о сердцевине высшего знания. Высшего знания есть слово сердечко. Высшее знание в буддизме – это знание ненужности буддизма. Буддизм нужен только тем, кому предстоит долгий путь. Буддизм не нужен тем, кто уже находится там. И это удивительно приятно. Это самая большая радость. Знать, что буддизм больше не нужен. Все, что наградил Будда и Нагарджуна, и Милорета, и Бодхидхарма, и Судзуки, пусто. Пустота. Тем более пусто и не нужно все, о чем говорил Христос, Моисей, Мухаммед, Зороастр и все другие великие боги и пророки. Раби Шимон занимался ерундой. Он строил схемы трехэтажные или 33-этажные. Гурджиев говорил, что есть 7 видов людей. Это все никому не нужно. Что же нужно? Ничего не нужно. Все уже есть. За исключением трех людей, у которых еще ничего нет. Авалокитешвара – это бодхисаттва, который достиг нирваны, но не ушел туда, а приехал на семинар в Тарасовку, Тарасовскую. В Академию налоговой полиции. И занимается разговорами и танцами. И влюбляется в милых девушек. Несмотря на свои седые
прядь. Авалокитешвара это писатва, то есть существо, достигшее того, чего оно хотело достичь, но испытывающее сострадание, видящее смысл своего существования, помощи другим. А я купил книжку «Лисинские мистерии». У меня дома есть картинка, где, в которой 2500 лет, там изображен человек, так пером, я не знаю, чем, греческий язык. И он наклоняется и какого-то ребеночка тащит к себе. Вот откуда-то из-под земли вытаскивает, а тот как будто прорастает. Вот это и есть бодхисаттва, это и есть Авалокитешвара. Образ того, кто помогает взращивать душу, кто пишет не в книгах, а в сердцах человеческих. И говорит, а в сердцах нельзя словами писать, в сердцах можно писать только лишь из своего сердца, кисточкой китайской, из протянутой, брошенной из сердца в сердце, удары кисточкой. Сейчас я буду кисточку взбивать. Сутра, которую я вам прочитаю, это одна из самых коренных махаянистских текстов, сутра «Сердце прачной параметры». Любой махаянист знает ее наизусть, произносит несколько раз каждый день, как мы, отче наш. У меня нет сейчас возможности ее все трактовать и объяснять каждое слово. В этой сутре эта сутра является как бы подводом к мантре. Мантра звучит так: гаты-гаты, парагаты, парасангаты, бодхисваттва. Гаты-гаты, парагаты, парасангаты, бодхисваттва. Гаты-гаты, парагаты, парасангаты, бодхисваттва. В переводе на китайский язык это значит: дзиди дзиди, бавадзиди, бавасендзиди, пути сапоха. В переводе на русский язык это значит: о переходящее через пределы. Простите, о переводящее через пределы, переводящее за пределы, уводящее за пределы пределов, уводящее за пределы пределов беспредельного пробуждения. Славься. О, переводящее за пределы, переводящее за пределы, уводящее за пределы пределов, уводящее за пределы пределов беспредельного пробуждения.
сладостям. Гаты, гаты, парагаты, парасамгаты, бодхи, сват. Эта мантра является целью этой сутры. Вся сутра – это движение к этой мантре. В сутре, говорится, многократно варьируется одна и та же мысль. Все, чему учил Будда, равно нулю. Ценность его равна нулю. Все абсолютно пусто, пустотно. Нет ничего в том, что учил Будда, что стоило бы один грош, пол гроша. А Шарипутра – это один из трех любимых учеников Будды. Два других зовутся Кашьяпа и Ананда. Кашьяпа получил светильник от Будды, а Ананда получил его от Кашьяпы, когда Будда умер. Они собрались после смерти Будды, и каждый из них вывалил корзину того, чему их научил Будда. Три корзины и составили три питаку, или канон буддийский. Но этот канон не стоит доброго слова, не стоит ломаного гроша. Этот текст как будто бы принадлежит самому Будде. И Будда говорит, обращаясь к Шарипутре, что все учения Будды, учение о пяти скандхах, учение о четырех благородных истинах, учение о воспринимающем ряде и о воспринимаемом ряде и все остальные учения Будды не нужны тем, кто идет путем праджнапарамиты. Путь праджнапарамиты – это путь высшей мудрости. Высшая мудрость заключается в высшей радости. По-моему, все понятно. Я прочитаю текст, потом поговорим. Итак, Будда начинает свой рассказ. Полстранички всего. Будда начинает свой рассказ, свою проповедь ссылкой на Авалокитешвару, на того бодхисаттву, который достиг нирваны, но не ушел в нирвану, а спустился к людям. Как же Авалокитешвара достиг нирваны? Очень просто. Он шел путем праджнапарамиты. Бодхисаттва Авалокитешвара во время осуществления глубокой, обратите внимание, глубокой праджнапарамиты, ясно увидел, что все пять скандх пусты. Тогда он избавился от всех страданий, перейдя на другой берег. Шарипутра. Материя не отлична от пустоты. Пустота не отлична от материи. Материя – это и есть пустота. Пустота – это и есть материя. Материя – это первая скандха. Скандха – это группа дхарм, или кирпичиков реальности. Их всего пять скандх. Это группа материи, группа чувств, группа представлений, группа формирующих факторов и группа сознания. Человек составлен из пяти групп кирпичиков или атомов. Вот есть атомы пяти видов, простите, пяти групп видов. Одни атомы материальные, другие сознательные, третьи чувства и так далее. Их пять. Шарипутра. Все дхармы имеют пустоту своим сущностным свойством. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет материи. Смотрите, опять повторяю то же самое. В пустоте нет материи.
Нет групп чувства, представлений, формирующих факторов сознания. Нет органов зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательного и ментального восприятия. Нет зримого, слышимого, обоняемого, вкуса, ощущаемого, осязаемого. Нет и дхарм, нет ничего от сферы зрительного восприятия и до сферы ментального восприятия. Нет заблуждения и нет прекращения заблуждения. И так вплоть до отсутствия старости и смерти и отсутствия прекращения старости и смерти. Дальше идут четыре благородные истины. И они выбрасываются на свалку, как все остальное, чему учил Будда. Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути. Это четыре благородные истины, утверждающие, есть страдания, есть причины страдания. Нет мудрости и нет обретения, и нет того, что было бы обретаемо. По той причине, что бодхисаттвы опираются на праджнапарамиту, в их сознании отсутствуют препятствия. Вот это очень важная мысль. У всех у нас в сознании постоянно присутствуют препятствия. У бедного Шимона бен Иохая была целая куча препятствий. Это все его прекрасные благородные мысли. И все его классификации, которые мы с вами обсуждали часто много. А бодхисаттвы, которые пошли путем праджнапарамиты, в их сознании нет препятствий. Потому что праджнапарамита – это что? Гаты-гаты, парагаты, парасамгаты. Переходящие за пределы, выходящие за пределы. За пределы пределов беспредельных. Никаких препятствий нету. Праджнапарамита выходит за пределы всех препятствий. Выводит, простите. А поскольку отсутствуют препятствия, то отсутствует и страх. Они удалили и опрокинули все иллюзии и обрели окончательную нирвану. Все Будды трех времен по причине опоры на праджнапарамиту обрели анутара самьяк самбодхи. Анутара самбок. Самьяк самбодхи значит совершенное и полное пробуждение. Совершенное и полное пробуждение. Посему знай, что праджнапарамита – это великая божественная мантра. Это мантра великого просветления. Это наивысшая мантра, это несравненная мантра, могущая отсечь все страдания, наделенная истинной сутью, а не пустопорожней. Поэтому и называется она мантрой праджнапарамиты. Парамиты. Эта мантра гласит «Гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхи, сваха». Сутра, сердце, праджня, парамиты закончены. Вы когда-нибудь слышали такую молниеносную подачу с утра сердца праджны парамит за 5 минут со всеми потрохами? Ну, по крайней мере, история, буддийская история дает более краткие свидетельства, да. И более краткие подачи. Есть, конечно, 100-тысячная версия, самая большая, подробная. Есть известная 8-тысячная, которая наиболее широко штудирована в буддийских историях. Есть 1000 строк. Есть самое краткое сутра сердца, которое мы сейчас посчитали с краткими своими собственными комментариями, которых, как мне кажется, вот я смотрю просто по своей реакции, по реакции всех, хотя там все есть, но недостаточно для того, чтобы достичь сразу состояния экстаза, выходящего за все границы и поддерживающего даже самого себя свободно. Наверное, поэтому и вновь и вновь сутры и учения возникают, обрастают комментариями, и бодхисаттва Валокитешвара опять странствует по миру. Я слышал, что в том же буддизме встречались такие
те герои, которые, только узнав о том, что есть такая сутра, и услышав мантру, мгновенно достигают реализации. Но это редчайший случай. Другим, таким как Миларепи или Марко, требовалось многие годы пройти через испытание и сжигать тот внутренний огонь. Потому что то, что говорится в этой сутре, это совершенно верно. Это блестящий анализ на уровне философии, на уровне логики и на уровне языка, невозможности жить в границах и необходимости оставлять все границы, если ты хочешь достичь освобождения. Это путь. Для тех, кто имеет огонь, это одновременно и метод. Для тех, у кого нет этого огня, нужен метод для разжигания огня. Потому что, скажем, для большинства моих друзей-буддистов постижение праджни парамиты связано с интеллектуальным, с интеллектуальной реализацией пустоты. А речь идет о опытном реализации пустоты. А это совсем разные вещи. Совсем разные вещи. Но и этого, по-видимому, мало, потому что пустота является все-таки не конечным состоянием, а переживанием. Так же, как и дух является. И в самой пустоте, а также во всех других переживаниях, которые составляют сантан или поток сознания, есть нечто, которое и составляет вот само живое биение. То, что Гурджиев называл самонаблюдением, то, что другие называют просветлением, то, что Дзогчен называется рикпа, мгновенное присутствие. Ну, мы с вами согласны, Володя, что вот все традиции прекрасные, сегодня мы коснулись только едва-едва двух, каббалистической и махаянистской, это полуистлевшие угли от старых прекрасных костров. О, да. Здесь да. Нет сомнений. Это дымящиеся, полупотухшие памятники великих прошлых просветлений. Недаром там в известном китайском романе о духах, даосах, волшебниках, путешествии на запад, лихая команда буддийского монаха, дракона, джибадзе, обезьяны даоса с Сулина, которые доходят в конце концов на запад до самого Будды, за книгами священными. Ну, минутку дайте, получают от Будды. Эти книги возвращаются, и вот налетевший ветер разбросал листки этих книг, которые оказались пустыми. И вот они в ужасе возвращаются в Будде с книгами и говорят: «Будда, какие книги ты нам дал? Ах, вам нужны книги с написанными страницами». Ну что ж, получите. Ты похожа на бабушку из сказки. Сусами. Нет, из сказки о красной шапочке. Бабушка во втором его плаще. Хотела опять спрятаться. Мне холодно. Не важно, терпите. Давайте попрыгаем с вами немножечко. Давайте. Вот музыка нам немножечко затихла.
Давайте попробуем вернуться к нашим первым попыткам собраться. А я тем временем отдышусь. Еще раз послушаем свое тело, вспомним, что у нас есть плечи, руки. Не головой вспомним, а послушаем. Мышцы подрагивают, ноют, пульс, ноги. Все это живое, все это полно ощущений. Грудь, спина, затылок. Фонтан поднимается по затылку, закругляясь, опускается на лоб, на лицо, омывает лицо. Устанавливается дыхание, которое у нас почти всегда бессознательно. Мы видим свое дыхание, мы слышим, что входит, что выходит из нас. Таким огненным пунктиром. И, наконец, наши замечательные, драгоценные мысли и наши еще более драгоценные чувства. Ни от чего не отказываясь, все помня, все воспринимая, все 5 скандх, мы собираем их в области груди. Как-то делается. Это очень долгий путь, это надо изучать годы, но у нас нет времени. Мы это делаем как попало. Мы спрессовываем все в области груди. И этот спрессованный кристалл начинает медленно жить своей жизнью. Те, кто этого не сделал первый раз, не захотел этого сделать. Нет ничего проще. Собрать мысли, собрать чувства, собрать другие драгоценности в одну точку. Это волевой акт. Вы умеете собраться, когда нужно. На работе, на экзамене, в жизненно важных ситуациях. Вот сейчас жизненно важная ситуация. Либо вы ее упустите, либо вы ее шансы используете. А сейчас самое трудное – преобразовать этот спрессованный кристалл в чувствилище, в новый орган жизни. Ваше все тело, ваши все чувства, все мысли, заботы, все туда собралось. Это ваш корень. Правильно, потрогайте его. Теперь попробуйте движением головы, движением плеч, как хотите. Можете на уши встать, можете сделать что угодно, лечь, встать, убежать, крикнуть, все, что вам, кашлянуть, все, что вам нужно, сделайте для того, чтобы приоткрыть этот мертвый кристалл и сделать его живым. Это мощное энергетическое культурное явление. Это не энергетика электричества, биологии или черт знает чего, астрала, ментала, эфира.
это сущность ваша, это корень. Отсюда растут все ваши мысли. Отсюда растут все вещи в мире. Это корень всего. Вам надо сделать это усилие. Вам надо стать оболочкой для этого сладостного, болящего, светящегося. Центра любви и радости. Это шекина, это нирвана, это Царствие Небесное, которое внутри нас. По крайней мере, это корень всего. Если вы когда-нибудь войдете в Царствие Небесное, вы войдете через эту точку, которую сейчас вы пробуете нарастить, раскрыть. Нет других точек входа. Это Шамбала. Все остальное, чему вы учились всю жизнь, и что вы пережили здесь, на этом, в эту неделю, в этой академии полиции, все остальное работает на эту минуту. Если вы сейчас это не сделаете, завтра вам будет сделать еще труднее. Никакой постепенности. Чем дальше, тем дальше вы отсюда уйдете. Это вам нужно не для меня. Мне плевать, достигнете вы этого или нет. Не для оценки, не для мамы, не для бабушки. Это если вам нужно, то вам нужно. За 2 миллиона долларов я готов с вами повозиться немножечко. Или год жизни. И я представляю, как вы будете выть, когда я вас буду учить в течение этого года. Вот теперь что-то начинает появляться. Дышите ровнее. Передыхание вам помогает. Поток дыхания, который вы в себя пускаете, он омывает этот кристалл. Он несет туда кислород. Другой кислород. Не тот, который вы учили на уроках химии. Все ваши культурные впечатления прошлого, все это топливо, все это должно сгореть. Сначала черным пламенем, потом белым, а потом невидимым. Часто при таких стремительных погружениях бывают ощущения болевые. Если кто-то из вас чувствует физическую боль в этой точке или в другой, сейчас же прекратите напряжение и можете даже выйти из круга, сесть в зале, если есть неприятные ощущения. Если нет, продолжайте это делать, а я буду вам мешать. Очень хорошо двигаться, двигать головой, отталкивать. Изгонять это состояние, двигать плечами. Как
открытие, куда-то закрытие не имеет значения. Не имеет значения. Практически это ощущение связано с позвоночником. С древом чакр. От нижнего до высшего. До высшего. Это ощущение иглы, которая пронизывает вас. Практически вы слышите весь этот столб. Слышите, как столб наслаждения. Тело, все внутренности, это орган наслаждения, это орган эротического наслаждения. Механики из головы, выйдите из головы, из мыслей, из построений. Вы не голова, вы чувствилище с центром груди. Не бойтесь себя. Откройтесь сами себе, познакомьтесь с собой. Счастлив, который еще больше расстраивает свои несчастья. Володя, вы не включите тихонечко музыку. Посмотрим, что там нас ждет.
пожалуйста, начинайте тихонечко двигаться и помогать себе движениями. Толчками выходите в это состояние, вы выходите волнами. Ну, напоследок самое трудное. Домашнее задание на всю оставшуюся жизнь. Откройте глаза, вернитесь на землю. При этом ничего не теряя. Станьте немножко глуповатыми, пусть ваши реакции будут не такими шустрыми, какими были раньше, бог с ними. Все равно не угонишься за всеми радостями земли. Но несите в себе до конца жизни этот орган радости. Что бы вы ни делали, занимались химией, алхимией, любовью, подсчетами, работами. Несите в себе эту странную вашу собственную истину. Которая ни в коем случае не умная истина, не умовая истина. Это истина состояния вашего открытого вами, или неоткрытого сегодня. Тогда вам предстоит открыть в себе это в другой раз. Это ваш сущностной центр, это корень ваш. Как там Козьма Прутков говорил про корень. Смотреть надо, конечно, в корень всего. Когда вы все научитесь смотреть не на вещи, а на корни всех вещей, вы станете совершенно мудрыми.
в духе Конфуция, Лао-цзы, Мо-цзы или святых в духе каббалистов, или пробужденных в духе махаянистов. Очень просто, ничего не нужно. Нужно переместить свое внимание. Нужно накренить свое внимание. Наверное, это любимые слова Володи Майкова, никогда с ним не обсуждал этих слов, которые сказал один просветленный. До просветления я колол дрова и носил воду, после просветления я колю дрова и ношу воду. Но что-то изменилось. Это другие вода, дрова и человек. Это уже райская вода, живая, дрова и человек. Это насредин, который наконец собрал вместе все продукты и наелся халвы. А то раньше то орехов нет, то меда нет, а то насредин нет. Это все есть. Так что домашнее задание получено, цели ясны, перспективы намечены, за работу, товарищи. Я очень рад вот с вами познакомиться, вас полюбить. Здесь осталось еще 2-3 человека, с которыми я не познакомился. Но это до следующей нашей встречи. Я не рано заканчиваю волну. Достаточно. Я вам очень признателен, Аркадий, что вы нашли возможность в это сложное для себя вашей ситуации жизненной учебе приехать сюда. Все нормально. Внести в наш алхимический процесс столь нужный катализатор. Десяток экземпляров, которые привез мне сын оттуда, я решил не хранить, а в шкафу опустить вот так. Что в России 10 экземпляров? Нет, в России еще, может быть, 10 есть где-то, да, которые разошлись, но не больше. Да, этим, видимо, цена 35 тысяч для книжки «Мягко переплюсь» объясняется. Да. Это издание 81-82 года Нью-Йорка. И роман этот здесь не переиздан. Мой первый роман «Коловатцы» переиздан. И книга рассказов, две книги в одной, вышли в «Московском рабочем» 5 лет назад под названием «Гости из области». Вот. А этот роман вообще здесь никогда нигде не издавался. Ждет своего издателя. Это, может быть, сложнейший роман, который я вообще написал когда-либо. Я не знаю. Он связан с тем же самым поиском и теми идеями, о которых мы говорили сегодня, той работой. Вот «Ход королем» называется этот роман, потому что это высшая фигура в шахматном мире, и потому что
Это мой ход в литературе. Скажите, может быть, пару слов еще о журнале, который вы много лет издавали за границей, «Зонозис». И который теперь в Москве прорезался. Ну, он возник случайно. В 76-м году ко мне обратился Александр Михайлович Асеев, замечательный русский человек, выехавший на Запад после революции, волею судеб через Белград, попавший в Уругвай. Или Парагвай. Парагвай. Асунсион, столица. Он доктор. Он прожил свою долгую жизнь в Парагвае, в Асунсионе. И выпустил около 70 номеров странного русского журнала под названием «Оккультизм и йога». Это был единственный оккультный русский мистический журнал, который выходил на Западе в течение 30 и больше лет. В этом журнале напечатали свои материалы все выехавшие мои друзья, в том числе я. Там печатались Шифрин из Израиля, Мамлиев из Парижа, другие мои друзья. А потом Асеев попросил меня, поскольку он очень стар и нет сил, издавать этот журнал. Я согласился и начал готовить первый номер. И когда первый номер вышел из печати, Асеев... Нет, когда я послал ему первый номер в наборе, он прочитал и сказал, это замечательный журнал, но это не оккультизм и йога. Давайте придумаем ему другое название. Вот мы думали, думали, думали. Вот ему понравилось название «Гнозис». Ну, я не стал спорить с пожилым человеком, мне оно не очень понравилось. Я не гностик. Я апофатик. Это я точно знаю. Вы знаете, что такое гностик? Гностик – это человек, у которого преобладает образно-символическое, аллегорическое мышление. Есть философ, у кого преобладает рассудочное мышление, разумное, категориальное мышление, понятийное. Есть гностик – тот, у кого преобладает. А апофатик – это тот, у кого вообще никаких мыслей нет. Это я. Я. Термин не вы придумали? Апофатик? Да. Нет, нет, это древний термин. Это слово, антоним слова катафатик. Это древнее слово, греческое, по-моему, по корневому складу. И оно означает в переводе на латинский «via positiva» и «via negativa». «Via positiva» примером его является Шимон бен Йосана. То есть вот когда человек рассуждает, строит образы какие-то, создает, это позитивный путь. Вот свеча, там черный огонь, белый, то есть вот. А вея негатива – это, пожалуйста, вот, вот вам сутра, где все называется пустотой, все отрицается, не оставляется камня на камне даже от буддизма, внутри буддизма. Вот и в христианстве, и в иудаизме есть своя апофатика и катафатика. Апофатика – это отрицательный путь, катафатика – это положительный. А если то и другое сразу, то что? То это сочетание апофатики и катафатики, что является правилом почти для всех традиций. И в буддизме есть учение, и есть отрицательное учение, и в христианстве есть негативное богословие, мистическое. Дионисий Арипагит, который пишет свою великую книгу «Мистическое богословие», состоящую из трех страничек. Вы видели эту книгу? Дионисий Арипагит очень дорого стоит, я не знаю, его издал Прохоров в Питере. Он мне прислал его в подарок. Вот. Там огромная книга позитивного богословия, и в конце маленькая книжка из трех страничек. А что дальше говорить? Говорить нечего. И три странички слишком много. По-моему, вы еще короче сказали в статье «Виртуальной магии или 8 способов самоутраты». Да. Книжки третьей культуры как раз вот переплетение. Апофатика – это лезгинка. Это когда уже нельзя ничего сказать, остается только вообще зажать нож
в зубах. Это да, с прелестной девушкой, которая закуталась вот так, намотала чего-то на себя, бьет в барабан. Покажите, пожалуйста. Какой? Вчерашний. Есть? Какая? Вчерашний кассет. А, вчерашний кассет? Да, что не складывалось, нужно. А, это ты хочешь показать Аркадию эту кассету? А может быть, без кассеты это можно посмотреть? Я не знаю. Ну, подумай. Потому что Наталья выиграла конкурс вчера. Я... Нет, но дело в том, что я уже кое-что знаю. Я бы предпочел это без красивого. Ну, можно сейчас. Нет, вы знаете, у нас будет после хорошо. Ужина. Все, договорились. После ужина. Есть чем заняться. Боже мой! Что может произойти как громко он кончил. С переполненным сосудом? Вам хорошо, вы под зеленым одеялом? Я сегодня в партии зеленых. Славно. Вот шарик мой должен... Замечательная обстановка. Я здесь 2 часа только. Мне очень нравится, что вам удалось это сделать. Это вообще невероятно. Достичь таких степеней свободы. Причем на западных семинарах, в которых я участвовал, в всяких лагерях, никогда, особенно в Америке, никогда не исчезает чувство искусственности и фальши. Вот. Ну, потому что люди там какие-то вторичные культуры, какие-то зарефлексированные, не свободные. Потому что, знаете, почему-то не свободные, потому что все время боишься кого-то обидеть. Скажешь что-нибудь, а тебя не так поймут, и обидится то ли еврей, то ли гомик, то ли лесбиянка, то ли ирландец. Причем очень трудно не обидеть, потому что у каждого есть примерно 1000 поводов обидеться. Скажешь, допустим, зеленый цвет я не люблю. Оказывается, зеленый цвет — это его идеология. Или там скажешь, что что-нибудь скажет. Ляпнешь, и все. И уже обидел, попал обязательно на больную. А здесь будет чуть-чуть поздоровее, меньше болезней. Потому что традиционная культура в России. Нормальная история. Не очень нормальная. Все равно нормальная. Знаете, конференция на 3 года вынашивалась. Я являюсь ее инициатором, но не являюсь ее хозяином и манипулятором. И моя принципиальная установка была выражена прежде всего в том, что я пригласил тех людей, которым я верю, и дал план. То есть я отказался от контролирования этой конференции. Это безумно, по-моему, контролировать любовь. Или контролировать смерть, которая может прийти в любой момент. И вот спонтанные вещи, они встречаются постоянно, уникальные, импровизации. Они, наверное, создают, наполняют нас воздухом свободы. Замечательно. А еще намечаются такие конференции? Дай Бог это кончить, да, сначала? Да, дай Бог. Вы знаете, они намечаются, как Земля вращается вокруг Солнца с периодичностью вот в эти ежегодные, хотя тема будущей конференции еще не родилась. Она не назначена никем. Завтра мы вместе помедитируем, подвигаемся, мы что-то родиться. То, что нас волнует действительно, если это чудо, если это предупреждение.
думка одного Мэри заморочка, чем-то, наверное, просто проводить такие конференции, посвященные решению проблем одного человека. И здорово, что вы дали мне такие энергии, которые как бы снимают табу, мучительные страхи. Вот, какой-то такой план свободного эроса очень хороший. Ну, он и по теме, да. Естественно, здесь надо заниматься любовью, но чтобы никто не умирал, тем не менее. Хотя есть повод еще раз умереть и воскресить. Да, вы знаете, рост столь невыразимых в нашем обычном языке, его движение, танцы настолько нас волнует и, по сути, составляет нашу жизнь, наши переживания. И прыжок от Эроса, Эрос — это та энергия, которая напрямую выходит в радость, питает радость. Вы уже говорили, что 98% наших мыслей и побуждений исходят из сексуального тела. Вот, может быть, это не 98, а 97, но, судя по своим собственным мыслям и убеждениям, по самонаблюдению, вот, а у меня уже, как это, седина в голове, без куда-то там, бог, что ли. Короче, естественно, даже в моем преклонном возрасте, вот, я, безусловно, флюгер этих страстей бесконечных, вот, которые действуют немножечко по-другому, нежели когда мне было 20 и 17, 25. Вот. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, как это важно эти вещи высвечивать. Бронислав, подходи, пожалуйста, сюда, да. Присаживайся. Ну, теперь у нас есть повод вытащить, пока нет на троих, бронцовку. Спасибо. Вы знакомы? Нет. Аркадий Ровнер, Бронислав Виногродский. Здравствуйте. Сегодня я вот зеленый. Ага. Опять же, вот видите, какой у меня. А я что-то как-то никому не примкнул. Да, вы все. Такой вот. Да. Все ксивы на всякий случай. Мало ли кто уже занял власть в другом городе. Нет, просто оказался зеленая накидка, я решил принарядиться. Это вас не оправдывает. Исправить, между прочим, тоже случайно, наверное, да, зеленый? Нет, вот все зеленые. Или специально просто? Он сине-зеленый. Он сине-зеленый, а тогда мы чем-то близки. Ну ладно, девочки, давайте стакан и все. Нет, это очень дорого стоит. Почему же? Что же? Наша машина. Да? На стакан? Да, начинает снижаться, потому что все хочет. Вот так, да? Да. А метод конференции всегда. Танюша, я сейчас подойду на секунду. Ну, может, мы с Володей как-то так поднатужимся, заплатим всем, что у нас есть. Я могу вот спрайт вам отдать. Да ладно, вот в чем дело, она у нас одна. Поэтому, представляете, вообще я уже... Пока можно тоже продавать. Есть такой замечательный анекдот. История про Насреддина, который на рынке подошел к прилавку, где халва продавалась, схватил кусок халвы, засунул в рот. Продавец говорит: что ты, негодяй, делаешь? Насреддин проглотил халву и говорит: ну вот смотри, ни тебе, ни мне не досталось. Я боюсь, что я так же поступлю скоро. Никому она не достанется. Страдают девочки, серьезно. Вот если немножко вернуться к теме конференции, она выросла из моей собственной немоты и беспомощности. Вы литератор, вот уж как 20 лет, ну, не знаю, по каким годам считать. А я-то человек почти что без языки, пишу изредка и полюбительски. Спасибо. И моя немота в отношении эроса, любви и смерти вообще бездонно. Я беспомощен, когда пытаюсь говорить об этом своей любимой и обсуждать эти вопросы со своими учениками. Вот задача конференции, для меня личной задачей было погрузить в себя в ту ситуацию, когда наконец эти языки начнут сами вспоминаться. Это же древний язык. Володя, я в противоположной позиции.
Я наконец-то осознал себя как апофатик, то есть как человека, который уже перестал что-то говорить, потому что ничего словами не скажешь. Вот. И потому я и корчусь, вот, что уже ничего сказать не могу. Вот. И поэтому все эти формы импровизации и лезгинки, которые я пишу, это все уже от отчаяния, от сознания, что язык беден для описания даже самых простых вещей. Вот. Это как попробовать пальцами двумя взять электрон или взять, я не знаю, что-то такое вот мельчайшее. Не возьмешь грубые пальцы. Вот так же языком не возьмешь ту реальность, которой мы, вокруг которой мы бьемся, вот, и поэтому мы придумываем всякие ходы, чтобы к ней подступиться. Так хорошо, что вы все еще настолько живы, что стараетесь, а не превратились полностью в камень или в пустоту. Ну, когда я выпью, я еще живее. Вчера я заседание экспертного совета, Совета Федерации. Первый раз меня пригласили туда и сразу сделали экспертом Совета Федерации. То есть сенатор. Большой человек. Да, я большой человек с вчерашнего дня. Вот, потом, значит, какими-то коридорами нас вывели в какую-то такую гостиную, где немножечко подпоили нас. Вот, вообще проблематика, которую там перед нами поставили, уже сама по себе настораживает. Значит, собрали человек 15. Непонятно, по какому принципу. Поставили задачу, значит, наметить пути развития российской государственности, определить общенациональную идею и дать первые, значит, намеки государственной идеологии. Что делать, с чего начать, наболевшие вопросы нашего движения? Да. Те же самые. Вот. И, ну, естественно, все веселились пришедшие интеллигентные люди. А как же? Лев Толстой, да. Александр Исаевич Солженицын. Неужели им мало этих несчастных? Нет. Это они были... хотят и вас. Да, да. Это были идеологи толстовства и диссидентство Толстого и Солженицына. А сейчас вот Ельцин победил своего противника Зюганова, главным образом посредством негативной логики, то есть говоря, вот если Зюганов, то вернется в прошлое. А со мной все-таки что-то другое. Вот вся его выбранная, так сказать, логика. Вот. А когда он победил, оказалось, что сказать-то ему нечего. Все, что он мог сказать, это сравнить себя с Зюгановым. Хотя Зюганов не был функционером коммунистическим, а он был. Вот. И теперь ему срочно нужна общенациональная цель и государственная идеология. Вот. И уже, я знаю, несколько групп работают над этим вопросом. Ну, это хорошо бы, наконец, придумать еще какой-то. Да еще лучше бы правильно. Как-то с идеологией она как-то вроде и с целью ездить правильно. Ну там возникли сразу расхождения на этот счет. Одни сказали, что идеология — это инструмент террора, что вообще надо повесить того, кто будет создавать еще какие-то идеологии. Типа на меня идет. Да, да. Не хочется, чтобы я просто профессиональный идеолог. Вот, да. А я сказал, что, ну, в общем-то, это ведь и так спонтанно делается. Даются идеологии, борются идеи, идеологемы, люди обсуждают и придумывают цели, задачи и идеи для страны, для себя. Вот нельзя совершить прыжок во внеидеологический мир. Хорошо бы не было идеологии. Почему?
Ну, идеология, на мой взгляд, это упрощенная религия, упрощенная философия, упрощенное искусство. Да. Идеология – это действительно инструмент манипулирования людьми. Разные. А мне наоборот совсем кажется, что как раз идеология, искусство и вот это вот религия, в смысле религия – это упрощенная идеология. Вот интересно. Да. Религия, мне кажется, попроще, погрубее, религия, чисто социальная. Религия существует тысячи лет, а идеология возникла где-то 150 лет назад, вообще. Ну, я не совсем уверен, мой опыт и мои какие-то познания в этом вопросе говорят, что идеологические, мировоззренческие системы, идеи и идеалы существовали до того, как появились вот эти вот религиозные... Мы говорим о словах все-таки, потому что мировоззрение – это глубокое. Мировоззрение состоит из образов, понятий. Это хотя бы трехмерная штука мировоззрения. Идеология одномерная. Идеология состоит из лозунгов, выдранных. Есть христианская идеология, когда из христианства берут два лозунга и начинают эти лозунги обрушивать на людей. Мне не нравятся такие слова, которые используют не за то, что они слова не божественные, а за то, что кто-то их использовал. И... Все равно нужно правильно слова. А вот какая самая простая, скажем, идеологический лозунг, самый полный элемент, который... Простой, полный идеологический лозунг. Радость. Да, абсолютно любое радость. Произнесенное слово. Осознанное слово. Ну, вот моя идеология, если честно, философия, религия и искусство, целиком исчерпывается словом радость. Радость. Хорошая, она маловато. Маловато? Нет, радость вмещает в себя Софию премудрость. Бог создал мир при помощи радости, если он создал его. Она же и у Будды, смотрите, а у Будды сколько Буд, и каждый Будда – это своя радость. Ну, Будда нам тоже Будда. Будда – хорошо. Будда. Будда. Как вам здесь на конференции? Такое очень быстро. Расщепляет? Да нет, такое какое-то... Как там... Вроде как, что его и определяют. Есть там, есть. Так, потом уже как-то... Инскоянское. У отца были, жили-были брат и сестра Ян и Им. Вот а у отца было две дочери, Рая и Ан. И они проживали на конференции. Это мне любовь до смерти. Но мне на самом деле кажется, я не знаю, по времени или почему, по ощущению, по-моему, то есть нечто не включилось. Включение не произошло. Я включился, как будто бы включился вчера и расту в этом месте. А я имею в виду не свое включение, а вот, нет общего пространства. Идеологию надо создать. Мне кажется, это утопия насчет общего пространства. Да. Бывает все иногда. Время. Все время не надо, конечно. Но вот на момент оно возникает. Возникает? Конечно, я думаю, еще возникнет. Мы еще не прошли все стадии трансмутации. В какой-то мере, конечно. Сегодня как-то так оно вот. Оператор жалуется, что вы так тихо говорите, и вы как гипнотизер делаете их вообще тихими. Они немножко громче говорят в жизни вообще-то так. Понятно. Но они так. Все, будем говорить теперь. Сейчас уже заговорим громко. Понимаешь, я будем говорить, понимаешь? Да, и будем сейчас мы все такое скажем. Вот так мы и будем говорить, я и не запиши, давай. Смотрите, говорите, говорите, это не все. Вот подбирают всякие. Хотя и сказали самое главное.
Поэтому что громко, что тихо. Что говоришь? Что это? Что то, что все. Что религия, но все равно живешь. Вы знаете, вот вы очень похожи на перевозчика. Это у вас весло. Это да, оборотка такая. Вот здесь. Моя фамилия Харон. Харон, да. Пока похоронки пошли. Так, хрон, если меня назначил, если вы хорош, то держите обол. Ой, спасибо. Это я привез вчера из Крыма, да. Очень хорошо. 50 копеек. Вы такой не найдете здесь. Что же это? Это полгривны. Ну, здравствуйте. Дали мне это как бы 50 рублей. 50 копеек. Вы пытаетесь меня за полгривны. Ну, посмотрите, я вам сейчас придется мне... Ой, ошибся, извините. Старый, я коварный. Ну, вот так вот я могу... Я вам не то дал, сейчас я найду свою. Давайте мне 50, я вам 25 дам этих копеек. Да я ли на ошибся, нет. А то куда я вас повезу, да? Да? Нет, брат, еще мне сейчас за 50 не повезу. Это Харонская. А, вот вам. А вот так. А вот так вот такие. А, вот так, Денмарк. Нет. Нет? One cent. One cent. Давайте сдачи мне. Пожалуйста. Сдачи. Одна копейка. Ух ты. Ух ты, хорошо. С одного цента обычно мы сдаем одну копейку. Тоже есть чем подвезти. Да. Вот. Ну, поехали. Да, поехали. Тебе-то куда? Слушай, найдется ли, что в моей машине? Поищи что-нибудь. Зелененькую. Надо порыться. Бумажными не берем, бумажными. Нет, да. Размахают, друзья, автоматы мои размахают. А звонить оттуда можно? Звонить оттуда можно, но очень тихо. Вот тогда. Вот хорошо. Таксофонный. Спасибо, спасибо. И как ваша? Парсифонская страна называется. Гадес? Да, вот где-то между тем и этим, да. Ян Луван, он как скажет, как назовется. Понятно. И там как, реки какие-то, да? Реки там вот. Коцы всякие. Все там. Тоже сдача. По копеечке. Все. Все как все оплачено. Все как у вас. Все, поехали, да. Все как у вас. Там у нас все как у вас. Понятно. Абсолютно все. Неужели уже едем? Едем уже, и уже там и идеология, и бюрократия, и религия. То есть нирвана – это сансара. Сансара – это нирвана. Сансара – это нирвана. Это что, да. Мы на приедем тот самый туда берег едем, мы куда едем вы сегодня тот, прибывали? На по ту берег сторону? Да, да, да. На тот берег. Добра и зла, абсолютно мудрости и глупости, да, любви и смерти. Один я клиент. Натюрлич Варшавич. Нихерштейн. Нихтвихтик, не важно. Well, well, well. I see freedom star, but they're in the way, sir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aber magnifique. Morgen, 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 heute. Sagen, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Überrascht. Скоро нам всем будет капут. Капут будет. Капут уже настал. Или это агония, во время агонии все вспоминается. Ну раз капут, то все равно капут надо демонстрировать. Может и путак? Да? Я не знаю, почему. Путак. Путак. Да. Путак тоже? Да. Это в обратную сторону. С той стороны, если смотреть, то будет путак. А можно на лодке любовью заниматься? Любовью можно заниматься. Пока не довезли. Нет, можно. Любовью к партии, любовью к Богу. Вот любовью. Там... Я был недавно на конференции, сюда очаровательная бразильянка. Такая большая мама, послала на всех, поговорив немножко, рассказав истории, на природу. Вы, говорит, занимайтесь любовью с камушками, с тучками, с травкой, с барашками, с друг с другом. И когда вы позанимаетесь, то приходите сюда, но если вы не позанимаетесь, то я вас не пущу. Правильно. Вот что такое настоящая большая любовь. Мама. Большая мама. Большая мама, она всегда была. Большая мама. Ну и что вы там? Приходите, что вы хотели бы, может быть, сказать насчет любви? Коротко, в нескольких словах, как занимается любовью? Как заниматься любовью? И как принимать или готовиться к смерти? К смерти готовиться к ней? Ой, не могу я так сразу. Давайте доплывем сначала. Там я сяду на камушек смерти. Когда захотите, тогда и доплывем. Да? Да. У нас все нормально. Может быть, уже доплыли? Это как захотите, так и будет. А где Агамемнон? Почему все нас уже, не встречают? Все, сейчас нам назначим, вон идет. Агамемнон? Вот все, это. Все, длинное... Да, да, Агамемнон. Да, да, да. Харон, а смерть-то есть? Или иначе. Харон,
Конечно, смерть есть, стоит себе смерть. А Бога есть? И Бога пошла. Бога нет, Бога ее зовут нет, они есть. Бога зовут нет. В нашей религии Бога зовут нет. А кого нет тогда? Кого нет? Нету есть. Кого нет? Нету есть. Да, это мне рассказывали, я где-то об этом писал, говорил. Лев Рубинштейн был где-то на Чукотке. И там, значит, на столовой висит огромный амбарный замок, и написано «Есть, нет». Либо вы, они, я, все одновременно правы и неправы, либо что-то другое, либо не то и не сё. Хорошо. Хорошо. Вы знаете, мне аппетит к этой теме. Я это придумал заранее. Испортил Максим Горький, который написал, что типа Сергея Павловича. Там любовь побеждает смерть, и почему-то мне так опротивило не любовь, а смерть. Про ту самую девушку? Про ту девушку, да, про ту самую. Вот, что я с трудом могу серьезно на эти темы концентрироваться. А не серьезно, пожалуйста? В юности у меня родился следующий образ. С завязанными глазами идет смерть. Юная дева ржавой шпагой. Она сомнамбула, и блуждающая улыбка расскажет о неведомых красотах иного мира. Вот такой вот. Красивая девушка с ржавой шпагой и завязанными глазами. Но это было в юности. Да, ржавчина, конечно, завязывала. Вообще, это вот одна из мифологем, которую мы как-то спонтанно стали разыгрывать, с короном на лодочке. Ведь есть и другие путешествия, и другие смерти, и другие раи, и яды. И Терезия, наш друг Одиссей, пошел просить совета и узнать, там, как мама, папа. Терезия, напившись кровью, все как нужно рассказал ему, что вот будет долго плыть, теряющийся в сокутников своих. Вот. И вот такой вот путь, он, конечно, интереснее, чем последние дроги, которые изучают корону. Все-таки узнаешь чего-то, как по телевизору увидишь огромный отрезок. И конфуций там по уши, ох, я там думаю, и Лимбе, по уши, и желтый император. Со всеми вместе. По зеленый куток. Да, по зеленый самый. Кутах, по зеленый кутах. Питак. Нет, Шиву все-таки в мешке не утаишь. Шиву нет. Все равно он разрушает, все равно смерть гуляет. Приехали.